У 11 класса гимназии перспектива – урок химии. С начала учебного года школьники обучаются в обычном режиме, по которому, признаются, успели соскучиться за время вынужденного карантина во время пандемии. Это было достаточно непривычно, потому что такое практиковалось в первый раз. Мне хотелось в школу, потому что когда ты получаешь информацию из первых рук, не через экран телефона или компьютера, то это более усваиваемо. Родная гимназия – это место, куда хочется возвращаться, признаются школьники. Здесь не только обычные уроки проходят интересно. У ребят есть возможность посещать различные дополнительные занятия. КВН, робототехника, спортивные секции. Ребенок может проявить любые таланты и раскрыть потенциал. Например, попробовать себя в роли журналиста в телестудии при гимназии. Для некоторых этот опыт становится определяющим в выборе будущей профессии. Я с 5 класса участвую и в газете, и в телестудии, и я... Уже с 5 класса, можно сказать, решила, что пойду на журналиста. Это очень интересно, очень познавательно. Я учусь правильно общаться с людьми, нахожу новые знакомства и узнаю больше от этих людей. Гимназия «Перспектива» входит в рейтинг 100 самых результативных образовательных учреждений России. Здесь обучаются более 900 детей. Каждый 5-й выпускник награжден золотой медалью. Учебное заведение располагает современным спортивным и тренажерным залами, столовой, медиатекой, библиотекой. В кабинетах мультимедийное и лабораторное оборудование. Уникально, наверное, наше образовательное учреждение тем, что здесь каждый ребенок может найти свою собственную перспективу. Конечно же, наша основная цель – это комфортные условия. Конечно, это высокое качество образования. Да? Мы в этом году очень благодарны. В этом году нам в рамках национального проекта были установлены и оборудованы 2 кабинета. Это интерактивная доска, это ноутбуки для детей, ноутбуки для педагогов. И, конечно же, вот здесь тоже наши планы. То есть здесь нужно будет обучить наших сейчас педагогов. Ставим цели, к ним идем и стараемся достигать их. Останавливаться на достигнутом в Самарской гимназии «Перспектива» не собираются. Сейчас учебное заведение готовится получить статус Кембриджской школы. Это позволит ученикам сдавать экзамены и получать кембриджские сертификаты, не покидая Самары. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, Сергей Баскин. События.